Всем привет, дорогие друзья! Сегодня 17 ноября. Вы уже догадались, где мы. На сказочном острове белых грибов. А иногда и польских. Только что нас высадили из лодки. О, Кать, первый грибочек. Это масленок. Ну вот и сразу и распочинились. Так вот, что я хотел сказать. Высадили только что нас из лодки. И уже лодочник стал отплывать и кричит нам вслед. Дивіться, не лякайтесь, тут енот броде. Він ручний, його годують. А ми не поняли сразу, хто такой енот. Это енот. А мне сразу представилось что-то типа мамонта. Вообще говорят, что гриба уже быть не должно в такое время. Но почему-то он пробился. Сегодня тихо. Смотрели погоду, вроде бы дождь намечался. Ну, дай бог так и останется. Без осадков. Итак, первый наш беляшек. Он совсем не стесняется, себя не скрывает. Посмотрите, как его видно хорошо. Вот такая вот живописная природа и беляшек. Ну, тут они такие стройненькие. Ножки у них, видите, стройные. Это я. Я тот счастливчик, который нашел сегодня беляшек первым. И снова при виде здешней природы меня захлестывают былые эмоции. Когда я здесь первый раз был, я испытывал такую таинственность этого места. Даже в некотором смысле было жутковато. Место кажется нетронутым, диким. Со своей отдельной от иного мира жизнью. Масленочек радует. О, масленок? Да, масленочек. А у меня польский. Покажи. Там, я не беру. Вот еще красивенный масленок, крупный. В такое время рад увидеть трубчатые грибы, такие как маслята даже. Ведь перевалило за середину ноября. Скоро и рядовочки в ход пойдут. Стою и гадаю, маслята ли это, либо же это поляки. Поляки все-таки, сиамские поляки, сросшиеся. Идут грибочки. Тишина. Только изредка слышно где-то вдалеке, там за лесом, проплывающую моторку. В общем, испытываю смешанные чувства. Одновременно и эйфорию, что все-таки попал в такое замечательное место. И какую-то грусть от того, что понимаю, сколько на Земле еще красивых мест, где я никогда не побываю. Тишина и спокойствие. И грибы. Что еще надо для счастья? Польский высокий. Жаль, что через камеру я могу лишь частично вас погрузить в эту волшебную атмосферу.
Катюша, вот это сокровище ты нашла. Угу. Рыжики, элитнейшие грибочки. Да. Молодец. Чистейшие. Чистейшие. И вот среди этих холмов мы видим небольшие холмики, где прячутся рыжики. Повезло и мне. А вы еще тут скопились. Понаблюдать за моим триумфом. Или украсть у меня победу. Кать, что ты тут выгребаешь у меня с-под носа? Полячки? Издалека вижу что-то закрученное, как ухо боксера. Это рыжик. Не, ухо боксера более скрученное. Это ухо здорового человека. А это что блестит? Ну-ка, ну-ка. Это масленочек. Масленочек тоже хорош, как видите. С толстой ножкой. Далее еще уши. О, да тут этих ушей, поглядите, целая полянка. А вот кто-то успел даже состариться. И вон. Чувствую, буду лохматиться здесь рыжиками сейчас. Говорят, в засолке вообще гриб шикарен. Молодые экземплярчики. Все тугенькие. Такие редненькие. Приехал за белыми, а нахожу не менее ценные рыжики. Я смотрел какой-то фильм исторический, там где монахи собирали на зиму заготовлять именно рыжики. И даже отчет составляли там, сколько, я не помню, в чем они там, в пудах что ли, или в бочках, им удалось собрать. То есть еще со времен Древней Руси гриб считался очень, очень ценным. А в наше время и тем более ценный. Я вообще в своем родном лесу очень мало встречал рыжиков. И всегда удивлялся, когда люди говорили, там мы набрали ведро. Думаю, ну как можно набрать ведро, они попадаются один-два. Ну вот здесь вот попал клондайк такой. Еще и маслята в перемешку с ними. Товарищуют. Не разгибаясь, работаю. С самого начала грибалки. Так мы только высадились, посмотрите, как наполняется корзина быстро. Ну-ка, что тут? Что же тут? А тут масленок, видите? Рыжик, масленок, рыжик, масленок, в перемешку. Место очень грибное. Хотите, покажу вам вот далее грибы. Вы сейчас подумаете, что это тоже рыжики. Но это не рыжики, друзья мои. Это такие сыроежки, которые
хотят очень сильно быть похожими на рыжиков. Пожалуйста, полячок вам. Хотите маслючок? Вот. Еще полячок. Очень грибное место. Очень повезло. Представляю. Ух ты! Это ты нашел? Да. Где? Веди, веди, батька. Ну, на холме. Идем же туда, сынок. И польский. А вот сколько рядовки зеленой прячется. Но мы пока ее собирать не будем. Оставим ее ценителям. Мы лучше возьмем вот по пути торчащий масленок. Вы знаете, дорогие зрители, я уже жалею, что взял всего одну корзину. Ведь грибалка только началась, а у меня уже половина. Словно постовой на холме стоит вон тот зонтик. Маслята. А нет, это польский. Это полячки. Вот такой уже с признаками усталости губкой я, наверное, брать не буду. Я боюсь, места не хватит для лучших грибов. Пидстаркуватый. Да, в этом году природа долго находилась в затишье, а потом словно выстрелила хлопушкой грибной. И конфетти рассыпалось по всему лесу. Тоже такие уже подмученные. Кать! Я иногда устраиваю перекличку не только для того, чтобы узнать, в какой стороне Катя. Ну и потому что сцикотно, друзья мои. Пусть местные жители, я имею в виду зверей, знают, что я близко, и разбегаются, пока я их не увидел. Такой участок. Похоже, как будто я приближаюсь к избушке на куриных ножках. Кто-то выпал, наверное, у кого-то полячок, очень свежий, не пойму, срезанный ножом. Видите, как порыта здесь почва. Это все кабаносики. Не хотел бы я их повстречать. Я хоть и слышал множество историй о том, что они здесь привыкшие к людям, но кирпичей наложу в штаны точно. В поисках белых грибов то и дело попадаются мне поляки. Ну как их не брать? Надо брать. Единственное, что места не так много в корзине. После поляков можно еще встретить маслят, которые также мы не оставим. Разве что они будут червивыми. Но эти не червивые. Ну, такие уже пидстаркуватые, хотя хорош. Теперь такие грибы у меня вызывают смешанные чувства.
Сейчас наберу. Надо было пакеты брать. Но я не рассчитывал на такое изобилие. Вот же полячок. А вот гиграфоры. Гиграфоры пусть пока останутся. Полячков возьмем. А я такой. И вот беляш. А Максим говорит, мама, беляш. Как тебе? Это вообще... Размерчик. Офигенный. А эти? А эти я нашла. Ну, это маленькие. А эти поменьше, да, семейка. Да, ну ты, Максим, конечно, молодец. А я вообще... Это тебе повезло просто. Давай, сынок, срывай его. Ой, аж сердце. Все аж сердце колотится. Ого. И такой отборный, с такой коричневой, да, шляпкой. Класс. Вот такой. Ну, ямку засыпь. Вот так вот. Я даже вот так. Все. Ну, давай я почищу. Давай. Тихо, не наступи там на мой. Молодец. Что ж тут скажешь? Я такой. Вот это беляш. Вот так. Молодец. Еще раз тебе говорю. Надо верить в себя. Да, поучи меня теперь, как надо грибалить. Окей. Надо просто идти. И находить. Вот этот совет от меня. Идешь, и вот гриб. Торчит. И все. И много грибов. Отличный мастер-класс. Отлично. Букеты гиграфуровые. А вот, ого, ого. Вот тут вот мои. Три. Да пусть будут. Мы сегодня не по этим грибочкам. Это оставим ценителям другим. Тут складывать элитнейшие некуда. А те помнутся, Максимка. Угу. Ну, наконец-то и мне посчастливилось мальчика с пальчика встретить. Небольшой, но приятный беляшек. Не показываю уже вам, друзья, как я нахожу этих поляков. Слишком их много. Буду показывать беляшей. Что ж тут скажешь? Красота, да и только. Эй! Видите, сваленное дерево или упавшее самостоятельно. И вдоль него беляшики повытыкались. Меня прям манило сюда. Я чувствовал. Мы сначала зашли вглубь леса, вглубь острова, но там концентрация грибников оказалась, поэтому приблизились к реке, к воде. Будем пытаться по краешку пройти и посмотрим, как обстоят дела здесь. Порой совсем тяжело пройти, такие места встречаются. Ну и в таких местах попадаются грибочки. Вот поляк, например, со слизнячком. Брысь отсюда. Полячки полячками. Еле выдерся на цю гору. Вон Максим еще внизу. Ты что, уже сдось?
посмотрите, какое чудо здесь произрастает. Спрятался и мох тут тебе, и поваленное дерево, и упавшее. А он такой статный. А то, наверное, его родственник поляк. Сейчас посмотрим. А может быть и беляш. Смотри, Максим. Беленький какой. Да, поляк он себя предлагает. Вылез на открытую местность. А этот хитрый, как ящерица, прячется, да? Несем же его в корзинку. Тут был беляшек. Переводим взгляд. Каштановая шляпочка. Это подобный беляшу поляк. Такой же коренастый. Остров сказка, остров мечта, попадая в его сети, пропадаешь навсегда. Вроде бы и на тонкой ноге, однако же элитный. Под старой сосной едва заметные бугорочки. Здесь находятся беляшики, совсем еще маленькие. В количестве 3 штук. Это все действо происходило на вот этом холме. Не могу не показать вот эту картинку. Как будто маслецом полили их сверху. Да? Угу. Маслецом. Ну этот. Да, такие маслянистые маслятки. Пройдя немного дальше, мы видим, как масленок соседствует. А, масленок, беляшек. Соседствует с неким грибочком. Беляш. Еще один беляшек. Опа! 3 беляша. Вот еще. Молодец, беляшок. У папы из-под носа выдернул. Не стыдно, а? Ну, могу один в качестве компенсации. Ой, давай сюда один. На. О. Так а что же это? Спросите вы. Это что-то пластинчатое. И уже пидстерковатое. Что-то плохое. Катя говорит, что здесь красиво, именно в этом месте. Вот тут ей лес нравится. Не могу с ней не согласиться. Здесь красиво и беляшиво. Смотри, Катя. Вот приблизился к этим отдельно стоящим сосенкам и увидел, что кто-то здесь подлохматился беляшом на толстой ноге. Осмотрелся внимательно. И этот кто-то пропустил меньшего беляшика. Но тоже зачетного. А вот эта картинка действительно поражает. Издалека смотрю, 2 головы.
не такие большие, как у Максима. Но тоже, смотри, высокий какой. А? Два. Зацени. Круто. Красивые. Угу. Еле выглядывают. Блин. Вон. Видно тебе, Максим? Да. А там вон еще какой-то бугорочек. Может, тоже беляш? Нет, тут просто бугорочек. А это беля. Класс. Ты нашел еще один? Показывай. Но это не беляш. Это беляш. Да? Да, это белый гриб. Да. Что, мамины перчатки велики на тебя? Сейчас. А я вообще не так же одел. Ага. Ямку закопаешь. Молодец. На открытой местности. Да, беленький. Разроем-ка очередной бугорочек. О, да! И по цвету белый, и по виду белый. Вот пока чистил этого, увидел еще шляпку. Только начал чистить этот и отвлекся, посмотрел в бок. Как я мог сразу его не увидеть? Этот крупненький, крупняшек. Вот это вот не беляш. Вот эта штука пластинчатая. Да. Вот эти штуки, которые уже распустились. Не знаю, что за грибы. Ах, какие зонтики, какие зонтики. Но рядом беляши есть. Катя. Очень, очень мясистый масленок спрятался под этим разложившимся деревом. Такой глубокий коричневый цвет. Ох. Я думал, куда ж тебя определить? Дорогой ты наш. Сейчас уже идем на причал, а я хочу еще бонусом самостоятельно пробежаться, а вдруг еще что-нибудь повстречаю ценное. Я шел, переживал, что закончилась тара, и посмотрите, вселенная послала мне пакет. Или тут где-то хозяин, может, сив. А, точно. Там вон чьи-то этот, чьи-то ведра стоят. Синие ведра чьи-то. Хозяина не ба. И я не бачу. Гля. Гарний пакунок. Не дырявый. А не, дырявый. Ну так, чуть-чуть. Сойдет. Вон ведра чьи-то стоят, там людина відпочиває.
Так, ну что, потихоньку отваливаем. Вот это я действительно радый. Дошли мы на место причала. Полнёхоньки. Радёхоньки. Максим еле ноги доволок. Это все потому, что ты мясо не ешь. Да. Да, Кать? Вот. Пакет, который я, как мне кажется, нашел. Сейчас я еще пробегусь тут в округе. Да, сейчас оставлю метку. Потому что я телефон сменил. Сейчас Катин донашу. А мой старый отдал Максиму. И все мои метки со всеми грибными местами. Все это исчезло. Так вот из памяти пытаюсь что-то возобновить. Так, ну все, родня. Катина корзинка счастливая. Кушайте, отдыхайте. Не поминайте лихом. До полудня вернуться. Постараюсь. Пакет как хорошо послужил. Правда, мне так стыдно что-то за него. Пакет висит, главное. Дальше там ведра с грибами стоят. И нету никого. Ну мы же его взяли. Выходим с Максимкой. И мужики навстречу. Я его раз скрутил в комочек. Сжал. Идем. Очи ховать никуда. Хотя думаю, кому он нужен? Он там дырявенький. Может, не найду прям беляшей крутых. Но зато вот съедобных маслят подрежу. А вот, посмотрите, полюбуйтесь. Какая голова. Вот это вот полячок. Я понимаю. Ну а что? 2 года уже на острове меня не было. Буду уже просто бежать по этому острову. Туда-сюда, там, где мне нравится. Единственное, что ограничен во времени снова. Из-за Катиной работы. Ей в обед нужно уже там быть. Останавливаться на одном месте подолгу не буду. Будет такой рутинный сбор урожая. Маслючки, если не червивые, вот один, кстати, мне не нравится. Все пойдет. Пусть он тут останется. Если... О! Есть и хорошие, есть из чего выбрать, так сказать. А то когда я еще тут появлюсь? Будем все брать. Странно, я зашел под эти старые сосны. Вот. Думал, беляши. Но это такое маслятное больше место. Видимо, не было здесь никого. Такие хорошие уже экземпляры попадаются. Совершенно легкие в поиске. Искать даже не нужно. Они все на поверхности. Чем увлекателен и интересен этот остров, что не знаешь, какие грибы тебя ждут в следующей локации. Вы же сами были свидетелями. То рыжики, то белые. Здесь вот маслята. Поляков много по сезону. Дикий азарт охватывает. Разнообразные грибы.
Обожаю такие холмы, покрытые зеленым мхом. Это напоминает мне Новую Зеландию, где я еще никогда не был, но видел на фотографиях. У нас эти холмы бывают щедры грибами. Прости, масленочек. Итак, друзья, видите, у меня нет интернета. Вот такая программка, навигатор пешехода, грибника. Соединение со спутниками успешно установлено. Оп. И... Начните движение к цели причал вагон. Вот красной линией показывают, где находится, в каком направлении... Катя. Видите, оно крутится. Вот, мне надо идти в том направлении. И заодно проверим с вами бугорочек. Я уже вижу, там что-то виднеется хорошее. Да, беляшек. Так-то время поджимает. Спешу. Сейчас Катя ругать будет. Ого! Честно говоря, друзья, навигатор такая себе хрень. То в одну сторону мне показывает, то в другую. Уперся в реку. Короче, бежу, сил нема. Ну вот слышу, там Максим кричит. Что ты, вылякался? А я вылякался. Ну да. Та навигатор много раз выводил. А тут так бег, что он аж носки в чоботях позлазили. А мы тут тоже два белых нашли. Ага. Четыре польских, два масленка. Ну а я оце бігав. Оце поки біг і зачіпав, да, що було. О, бачите, що робиться. Все. Все живы. Давай. Вот пакован, корзинель моя. Вот моя. Максима корзинище просто. Ну ладно. Еще чуть подсобрали на куда? На жарешку. На подарок. Маме. Да. Хорошо. Залезли мы в акации. Ну, по пути на причал на наш. И Катя тут столько польских нашла. Один прям вообще. Очень красивый. Красивый, да. Все они красивые. И вон. А, и вон два. Ого, а вон семейка. Слышь, а что это они тут? В акациях им нравится, что ли? А ты говоришь, в акациях не растут. Ну, тут на острове чудес. Что угодно случиться может. Я тут когда-то пошел по маленькому. Вон, смотри, два еще. Там еще два. И это... И беляшей кучу нашел в акациях. О! А вот еще. Точно. Во! Еще. А я бежал. Свет за очи. Вот тоже. Я она хочу все, поглубже. Она все тут, да. Это всегда так. О! На одном месте крутимся. Сейчас наберем корзину. На, Кать. Вот так? Складывай маме, а она будет обрабатывать. Ой, чуть не упал. А вот еще, смотри, какой хороший. Я не успеваю. Молодцы.
может и вылазить. О, да вот так вылазить. Вот с таким шикарным результатом мы завершили наше путешествие сегодняшнее на остров. Всем спасибо, друзья, за просмотр, за то, что были с нами. Ждем от вас, как всегда, лайк, комментарий. И всем пока, до новых встреч!